Добрый вечер. Я вынес жидкость с газом. Газ, правда, вышел. Это с газом, это вода. Ибо я так чувствую на первой-второй песне. Глотка откажет, но так переволновался. Сегодня последний раз. 58. Поднимите руки, кому больше 58. Нет, год за два, я понимаю, там в нашей жизни это идет. Ну ладно, кому меньше, не будем просить. Евгений Николаевич Быков, которому меньше 58, сегодня с нами. Добрый вечер. Вот, мы долго не думали, что сегодня будет за программа. Программы не будет вообще, будут какие-то песни. Николаевич предложил хорошее название «The Best». Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, будем петь, что душа, как говорится, попросит. Если что, записки, что-то там лежит уже. Привет нашим друзьям с очень Дальнего Востока. Вот они там. Их двое. Казахов. Вот видите, вот насколько авторская песня, да, широко шагает по стране. Ну и я не знаю, что говорить. Зато я знаю, что петь, хотя тоже не очень, но тем не менее, сегодня мы решили начать с песни, с которой давно не начинали. «Старый дом», давай. Сидим друг от друга сегодня далеко, это уже новое ощущение. Соскучимся, наверное. Красавец. Так вот, я, например, только сейчас увидел. Старый дом, где вместо кресел подоконники, приютил у телевизора окна. Полночь за полночь я сижу спокойненько, наблюдаю, как меняется луна. Только что было серпом, уже без молота, а теперь как неразмененный петард. Только что мы были счастливы и молоды, а теперь уже не так. Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, бултыхи в ямку канули и годы, и года. Бултыхи в ямку канули и годы, и года. За окном мелькают кадры старой хроники, наши лица проплывают стороной. Все мы вместе, все орлята, все соколики, и вихры нам приминает дождь грибной. Каждый вечен, каждый учен, каждый стоящий, зубы мелкие, но острые уже. Далеко еще, ах, как же далеко еще, подоконник на четвертом этаже. Отсюда возили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, бултыхи в ямку канули и годы, и года. Бултыхи в ямку канули и годы, и года. На стене другой рукой та же формула, имена другие, равенство одно. Что-то помнится из фильма бело-черного, что-то доброе, но прямо как в кино. Словно годы пролетели, будто не были, где-то рядом, просто выше этажом. Жаль, что сказка как была, осталась и не былью. Да и где она, дорожка в этот дом? А в окнах звезды сигаретные, соколятам и орлятам не до сна. Лезут в голову вопросы безответные, растравила душу чертова луна. Загудела голова, пустая звонница, за окошком дождь не старый моросит. То ли где-то тихо капает бессонница, то ли бьют незаведенные часы. Отсюда возили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда.
А ехали с орехами, с кафтами, с калачами. Болтых и в ямку канули, и годы, и года. Болтых и в ямку канули, и годы, и года. Сегодня пошел в парикмахерскую, парикмахерша мне сказала гениальную вещь. Она говорит, знаете, как сейчас народ говорит? Я говорю, ну, интересно. То есть много чего знаю, но... Она говорит, вот сегодня 58 февраля. Народ февраль не закончил, а длит и длит. И действительно, по этой погоде февраль не кончается. И поэтому мы с Николаевичем пришли к единому мнению, что сегодня не спеть песню про снег, может, одно из последних ее исполнений в этом сезоне. А парикмахер-то у нас один. Заметно. Я думаю, что уже не один, а 0,75. Я, в общем, не комплексую по поводу своей прически, и никогда это, в общем, не было у меня проблемы. Вот. Тем более, что одна дама, это гример на телевидении, мы были там, принимали часть какой-то съемки, говорит, ой, когда я сел пить кресло, говорит, ой, у вас много лица. Там много лица и мало волос, две большие разницы. С тех пор, Евгений Николаевич, вы предпочитаете звучать на радио. Сегодня как раз с 12:00 до 2:00 будет прямой эфир Лиды Чебоксарова и Евгения Николаевича Быкова по поводу предстоящей презентации. Это, между прочим, да, великая вещь. В ЦДХ 7 апреля ЦДХ презентация диска Лиды Чебоксаровой, который называется «Театр». Женя выпустил диск, который называется «Кино». А муж и жена одна сатана, кино театр. Я вообще хотел серию сделать «Кино, вино и домино», чтобы было три. Но вот как-то Лида так меня отговорила, говорит, давай театр делать. Да, кино, вино и козел, да. Морской козел. Ну ладно. Все-таки о снеге, давай. Не зашел с небес на город снегопад, разукрасил в белый цвет весь белый свет, и синоптики растерянно твердят, что такого не бывало много лет. Приутихли даже злые языки, что снежинки — это мерзлая вода. Даже дворники лопат своих штыки отомкнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршишь, хвостиком следы заметаешь. Утром с последней звездой выйду я в город седой, прыгнешь ко мне на ладонь, растаешь. Прыгнешь ко мне на ладонь, растаешь. Короткий век, что опять все почернеет, говорят. Но пока идет на город белый снег, и синоптики растерянные спят. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршишь, хвостиком следы заметаешь. Утром с последней звездой выйду я в город седой, прыгнешь ко мне на ладонь, растаешь.
Спокойное время, смотря телевизор, можно не то, что сойти с ума, у кого-то что-то забывается. Ну ладно, может у меня? Сейчас посмотрю. Да, не, я на концерт. Ну ты как? Не, я на концерт. Все? Вот, и... Когда позавчера буквально я смотрел, как опять орал Владимир Вольфович Жириновский, знаете, я получаю большой заряд бодрости и раздражения одновременно, потому что я уже примерно знаю, пот, слюни, кровь и слезы, да. Но все время песня «Не умирает», которая ему посвящена. Давай, Николай, песня. В общем, если жить здоров и чего и желания ему. Ну, из-за здоровья, короче, эта песня, да? В конце поют все, кто знает, и Евгений Николаевич во главе. Во главе. Радуюсь, что он знает эту песню. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость. А у нас все путем, только где он тут путь. Я вот думаю, когда сейчас вот избрали слова «где он тут путь», они, наверное, надо заменять, да? Где он тут жуть? А, короче, подтяжки вздох, хлопну стакан.
Сам себе бог, сам себе пан, в душу залез, в том темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, 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 в душу залез, в том темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Эти-то слова остаются неизменными, а у нас днем с огнем, а в потемках без свечки. Согреваемся в стужу, а сохнем в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки. И все меньше и меньше нормальных людей. Подтяжкий вздох, хлопну стакан. Сам себе бог, сам себе пан, в душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, 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 в душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А в страну дураков, дураков, дураки не вернутся, им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхая на басы, кудри по ветру вьются, и осталось в войне победить, как всегда. Подтяжки в задох, хлопну стакан. Сам себе бог, сам себе пан, в душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, 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 в душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Песня написана в 90-е годы, в 91-м где-то, может, на рубеже 92-го. Но я не знаю, вот я сейчас ее спою, а вы мне скажете, что изменилось. А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я кто во что, а будьте речь, слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, зовет она, звезда пленительного счастья. Другой кричит, у той звезды пересчитать все концы. Один кричит, ко всем чертям все эти органы и власти. Другой кричит, все эти органы и власти молодцы. А у меня с собой бутылочка с зубровочкой в кармане не дырела. И я тихонечко зубровочку из горлышка топчу. Я не хочу ни в центре быть, ни быть ни левым, ни правым. Я просто-просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу. У телевизора сижу я, блин, у самого экрана. Смотрю я кто во что, одет программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, две пули в лоб, но полушарье не задело. Другой кричит, шары залил и сам наткнулся на кинжал. Один кричит, он пострадал за наше общее задело. Другой кричит, железный дух, боец кремень, кинжал сломал. А у меня с собой бутылочка, перцовочки в стакане не разбито. И я перцовочкой тихонечко насморк лечусь. Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин, убитым. Я просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу. Тут
мой герой совсем с ума сошел, блин. А я на кухню захожу, сажу те самые, блин, кастрюли. Ломаю крупный черный хлеб и солью крупную солю. А за окном бушует жизнь и тихо гадят птицы гули. А я половником ем суп и вас отчаянно люблю. За то, что вы такая вся, грязь эту прямо люблю, вся такая. За то, что были вы всегда, а может есть, а может нет. Гляди-ка, митинг за углом. Все-все-все-все, я исчезаю. Но выключаю со собой я телевизор, газ и свет. По-моему, изменился слегка лишь герой, да? Годы прошли, а так, по-моему, ну, знаете, вот... Да нет, просто хорошую дубовочку не найдем, которую вы пили в то время. Ай, как вы правы, антракс! Ой, как вы правы, да, зубров-то не стало, видите? Беловежская уже не пуще, а и даже не чаще, все реже и реже. Ну ладно, я недавно в Беларуси был, у меня там родственники живут, наверное, и я там попил зубровки, то о-о-о! Не так давно, да, нынче зубров, настоящих нынче мало, вот и нет, настоящих буйных мало, вот и нет и вожаков. Знаете, не так давно был концерт, который был озаглавлен как концерт по заявкам, и там вспомнились некоторые песни, и песня вспомнилась, которую до сих пор забыть не могу, почему-то. Что видит, то слегка влюблен в то, что видит, как недалекий от всего далек. В руке зажат счастливейший билет, потерянный или выброшенный кем. А врачок рассказывает всем о том, что есть, а может быть и нет. Ветер раздувает кружева, разбрасывает пригоршнями дни. В уютном доме греются одни, другие растеряли все слова. Вот впереди жестокий детский смех, когда на горку скользкую ступит. Летит старушка, сумку уронив, и мелочь звонко скачет из поре. Торжественные крики воронья приветствуют подкравшийся закат, и в сумерках теряется полока, с которого ты смотришь на меня. Глаза прикрыты, но там молчок. Пардон для тех, кто знает эту песню, но уж что вспомнилось, то вспомнилось. И из этого же настроения... По поводу завтрашнего дня. Сколько ж вам исполнилось, милый друг, что случайно вспомнилось, как-то вдруг, вот бокал наполнился кое-чем, что сегодня вспомнилось, и зачем. Из огня до полымя столько лет в
вы живете вовремя или нет, у кого не спрашивай, все зеленые. Рождения странные праздники, в них живут обманные сквозняки. Вроде только минуло 20 лет, думала и сгинула. Ни к чему по прошлому слезы лить, лучше по-хорошему нынче жить. Наливаем рюмочки пополней, закрываем форточки по полотне. Я живу в огромном мире, в однокомнатной квартире. 6 умножить на 4, вот и весь ее метраж. Я живу и в ус не дую, я спокойно существую. И ни капли не рискую взятым быть на абордаж. Справа знойное соседство, слева старенькое детство. Посредине самоедство, ждать третьих петухов. Серебрит рассвет окошко. Где же будет эта кошка? Не бывает понарошку отпущения грехов. В тишине звенящей молча я листы бумаги порчу. Кто ж наводит эту порчу, что мешает тихо жить, тихо топать по дорожке? Где же будет эта кошка? Забежала бы немножко, было бы с кем поговорить. На столе листы бумаги, словно сдавшиеся клады. А на них обломком шпаги грифель от карандаша. Слово «место» не находит. Кто моей рукой уводит? Где же кошка-то бродит грешноглазая душа? Тень скользнула по паркету, переломан лучик света, как хорошая примета, дождь ударился в окно. В однокомнатной вселенной, с теплой грелкой на коленной, мы мурлычем вдохновенно. И что будет, все равно. Циферблат взбудораженным ёжик начал время гонять по углам. Малосольный огурчик скукошит, аккуратно делю пополам. Ну, поехали. Зеркало в трещинах за конец календарного дня. Да за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Ну, поехали. Зеркало в трещинах за конец календарного дня. Да за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Я бродил по дорогам придуманным, выбирая пути наугад. И гитара с потертыми струнами не давала вернуться назад. И летелась, и пелась, и мучила душу рвал на несчастных шести. И казалось, что самое лучшее за ближайшим извивом пути. И казалось мне крест свой несущему, что не кончится этот полет. Но так, ожиданием живущая,
все простит и, конечно, поймет. Время ежик клубочком свернувшись, укатило по лестнице вниз. И сижу я, еще не вернувшийся, но уже не поющий на вис. Где-то ждет незабытая женщина и на ниточке крутит кольцо. То ли зеркало слишком уж в трещинах, то ли просто в морщинах лицо. Здравствуй, дорогая Пэрис Хилтон, пишу тебе из города Москва. У нас тут есть отель с названием Хилтон, у нас была гостиница Москва. Меня зовут Степанова Тамара, учусь я третий год в 9-м Б. Конечно, Пэрис, мы с тобой не пары, поскольку группу я люблю любе. Лев Жеглов и Володя Шарапов. Ах, Пэрис, 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 ты супер, это его лед. Ты жгучая, как перец, холодная, как лед. Ты вкусная, как херес, без закуси с борта. Ах, Пэрис, 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 девчончья мечта. В Владивостоке тоже обожают Пэрис Хилтон, а? Еще бы что другого сказать. Мне нравится, что где-то по приколу летишь над миром ты во всей красе. Мы тут плеснули спирта в пепси-колу, ты не поверишь, улетели все. Я пергидролем выкрасила волос, я в профиль просто ты не встать, не сесть. Да. А голос, ну что сказать тебе про голос? Вообще-то у меня-то голос есть. Слушай. Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Ах, Пэрис, 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 ты супер, ты улет. Ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мед. Ты вкусная, как херес, без закуси с борта. Ах, Пэрис, 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 а гламурная мечта. Я Ксению Собчак в упор не вижу, ни по кускам, ни даже целиком. Она тебя, конечно же, пожиже, хоть нос и зубы тоже силикон. А мне пока что химии не надо, а я во сне живу, как наяву. Тебя бы к нам, ну, как сказать, спасибо. Тебя бы к нам вот в Биробиджан, за МКАДом, да? Ты вздохла сразу, а вот я живу. И Глеб Жеглов, и Володя Шарапов. Ах, Пэрис, 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 ты супер, ты улёт. Ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мёд. Ты вкусная, как херес, без закуси с борта. Ах, Пэрис, 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 российская мечта. А-та-та-та! Простится вольная интерпретация, отход от канонического текста. Ну ладно, тем не менее, что ж поделаешь. Иван Николаевич, вспомним формулу долгожительства российского народа. Я думаю, она будет к месту. Ну, типа, то стоящие пьют одна. Ну,
разливающиеся. Не знаю, я стал сегодня такое прыгание по волнам, моя память это называется. Столько забылось за 58 лет. Завтра лучше, чем вчера. Да кто ж до завтра доживет? Колхоз не плачет третий год, цыгане скорли трактора. И не родит ни снегвика, землица без коровика. А мы сидим и водку пьем, как все допьем, так и умрем. А так как все нам не допить, так значит Бог тем долго жить. Хорошо пошла реакция. Запенилась, запузырилась. Да. Мой приятель Коля Лукинский, когда он прогревал зал, типа, выходит, говорит, вот тут сидят бабки у подъезда, а идет новый русский, говорит, здорово, старушки, они падают, говорят, здорово, барин. И такая тишина в зале. Он говорит, ой, не прошла реплиска. Вот на это бурная овация, да. Коля Лукинском, что я вспомнил? Нет. Нет, знаешь, вот споем цыганочку Number One. Нет, это Number Two. А эту... Number One. Выключи лампочку, вот давно не пили. Вспомнил, молодец. Так он и помладше будет, конечно. Мы же еще до конца не дошли. Покажи его. Бабочка слетла, мечется по комнате, крыльями шуршит. А если в сигареточку возродить из пепла, то-то было бы радости для хмельной души. А если б из осколочков собрать рюмашку, дожать со скатерти, что разлил козел. А если б из Степановны сотворить Наташку, это было бы лучшее из житейских зол. А может, белым облаком улететь в пейзажи полосатым окунем, задробить маляка или ранним утречком. Вот когда глупости села, встать перед липажем и слегка быть раненым, но только лишь слегка. Я-то думал, это после первой песни произойдет. Продержался сколько, а? За здоровье. Все, эту песню допевать не будем. Стихи почитаем. Стихи почитаем. Какой-то интересный. Попляшем, стихи почитаем. Про кого? Маришку. Финны в зале есть? Не стесняйтесь, финны. Хорошо, Марии в зале есть? Есть. Твердый голос сказал, да. Как же, как же. Чем хорош Николаевич? Вот он начинает играть, и уже никуда не деться.
ибо на пиво Северной Лапландии 58 февраля как раз к этому способствует и соответствует. В маленьком уездном городишке, нет, не в городишке, в деревушке, девушка жила красиво слишком, так о ней судачили подружки, а она, отряхнув короткой стрижкой, бегала с фатагой у мальчишек, и ветрам открыв свои подмышки, вырастала из своих платьишек. Девушку прозвали Кайскюлло, что по-фински значило Маришка. И в ее родимом Ювескюлло все ее любили, даже слишком. Старый Тойва Антикайнин-младший, под карельской сидя под березой, говорил, что нет Маришки краше, утирая трубкой свои слезы. Сын его, Лоренцо из Пьяченца, далеко ходил рыбачить в море. Вместе с ним рыбачили и немцы, и Тельвин, и однорукий Боря. Волны в море выли и гудели, и Тельвин с Лоренцо пели оду. Однорукий тоже был в пределе, черпаком вычерпывая воду. Как-то раз, метнувши на удачу свой гарпун в районе Чеченицы, услыхал Лоренцо крик гагачи и увидел раненую птицу. Гага била крыльями под ветер, но гарпун вонзился в тело слишком и вскричал Лоренцо: «Донна Реттер, ты моя агентка, я твой вспышко, но макетопа моя ундина!» Гага все слабела и слабела, и, упав на плечи Тельвина, от рыданий сотрясалось тело. Либерийский танкер маршал Громов шел из Порт-о-Пренса до Карлхорста. А знаете, вот уберут губернатора Громова скоро, и что тебе его и стих, что пропал, да? А вдруг неблагозвучная будет фамилия. Там, либерийский танкер маршал Сосиски. Нет же, все уже. Но пока что либерийский танкер маршал Громов шел из Порт-о-Пренса до Карлхорста. И уже почти подплывши к дому, люди видали Белый остров. Да, друзья мои, печальной песней. Там. На волнах качал Кейскюля, да, Гага покачивалась, да, я забыл слова. Но, в общем, как древком флага, торчал в ней гарпун. Это краткое содержание, между прочим, не отходя от темы, понимаете? А, извините, машинист лебедки Трунчика Вилли поднял Гагу нежно, как ставриду. Доктор Автандирский Калишвили обработал рану стрептоцидом. Капитан обветренный, как скала, бывает же такое, да? Петр Михайлович Зайцев крякнул тихо и сказал: «Кряк, бывает же такое!» Но ничего, это же не совсем уже, знаете, да, глухое лихо. И, о чудо, после промедола автор как-то встрепенулся, и как будто не было укола, как говорится, к бокалу потянулся. Вот мы сейчас собрались и слушаем уже который год все это дело. А он вот так и сочиняет. Если ты думаешь, Николай, что это сочинение, то ты глубоко ошибаешься. Это полное сочинение. Значит, ты записал, видимо, за ним, а он разучил потом. Вот и все дело. Понимаете, в чем дело? Я-то мысли уже улетел далеко-далеко, отошел, как говорится, от устоев, да. Отмотаем назад сейчас и либерийский танкер маршал Громов шел из Порт-о-Пренса до Карлхорста. И уже почти подплывши к дому, люди видали Белый остров. Да, друзья мои, печальной песни на волне покачивалась Гага. Ворон смерти вился в поднебесье, и гарпун торчал, как древко флага. Машинист лебедки Трунчика Вилли поднял Гагу нежно, как ставриду. Доктор Автандилхин Калишвили обработал рану стрептоцидом. Капитан обветренный, как скалы, Петр Михайлович Зайцев крякнул тихо и сказал: «Уй, немало ей досталось, пусть живет, забыв про злое лихо». И, о чудо,
после промедола. Гага как-то странно так встрепенулась, и как будто не было укола, девушке прекрасно обернулась, так вернулась к жизни Каэскюля. Что пауза даже со слезой говорит. Каэскюля. Возродилась для тепла и ласки. Кто-то черствый скажет, ну и что за... Это все легенды, мифы, сказки. Нет, друзья, в Камчатском пароходстве, во Владивостокском пароходстве. Все. Камчедалы каждый провожает, так сказать, и, да, в судоходстве. Кто только не встречает вообще. А команда-то души не чает в озорной буфетчице Маришке. Все ее лелеют, ублажают, Хинкалишвили даже не слишком. А Лоренцо почернел от горя, многократно проклял все на свете. Запасной гарпун закинул в море и теперь работает в газете. Пишет репортажи и заметки и кричит «I love you, my McLean!» Но лишь фетр стряхивает сетки, пух какача, словно снег печальный. Китос, спасибо. Пора, как говорится, дорожную песню и на крыло. Равновесие неделя жив нашего дома, словно появится, шатается в ночи. Слышим опустевший тары звон в окно, да в кармане тихо звякают ключи. Чуть поменьше тор ящичка с письмом, чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, а впереди незавершенная строка. Сяду, поеду, разбей круг. Среду к обеду назад верну. Угасает за окошечный пейзаж, с ним сливается купейный синий свет. Это что же это такое, что за блажь, чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно, и не вдруг, и слова летели струнами за меня. А вдруг на этой строчке и замкнется круг этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, разбей грудь, среду, к обеду, может, верну. Бывает время ложечкой стакан, и колесики квадратные стучат, и сгибает русло поезда река, поворачивает пьяница назад. Снова поле разлинованным листом, снова дым от сигарет до потолка. Где-то, где-то впереди закрытый дом, а где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, разбей грудь, среду, к обеду, я не вернусь. До потока, где-то, где-то впереди закрытый дом, где-то сзади.
назад, по забытой страна. Сяду, поеду, разбей грудь, среду комету, я не вернусь. Thank you.